Но самое последнее время, это очередь, да, это пастор Чампельто, он тоже, ну, знаете, у него нету дома, нету машины, он абсолютно ничего не имел. Он, церковь хотел именно как даст ему таким шикарным, таким как квартира, самый лучший, да, и где склёные таким как башни, шлепы, башни. Дом, да? Он, нет, он в конце он согласился, вот когда он жил, пока я живу, да, но это все оформите на церковные. Господи, Отец наш Небесный, за все благодарим Тебя. За эту возможность быть нам сегодня здесь, на этом месте, вспоминать пастора Чампельто, Господь, его жизнь, которую он посвятил всю, без остатка. Все, чем владел, что имел, а оказалось, ничего не имеет и не владеет ничем. Все посвятил Тебе, Церкви, Господь. Он был известен не только в Пусане, он был известен по всей Корее, и не только, и за рубежом. Господь, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы можем быть здесь, Господи. Слава, хвала Тебе, Господь. Вспоминаем о Нем. Хотим быть похожими, идти, как Ты сам сказал, Господь, чтобы мы вспоминали наставников и шли их путем, подражали их вере, Господь. Слава Тебе за все. Весь Божий народ сказал аминь. Аминь. Сегодня мы приехали в очень интересное место, мемориальный комплекс, который был построен в честь или в память о всех миссионерах, которые трудились в Корее. А условно Корея была разделена вот с 1700-1800 на три части: северная, средняя и южная часть. Мы находимся в южной части, в районе Пусана. Вот, помнят, чтят всех западных миссионеров, всех, кто приезжал сюда. Вот, а я сейчас нахожусь на могиле пастора Чампельто. Я имел честь встречаться с ним не только в Корее несколько раз, лично беседовали, но и в Москве, когда он приезжал на конференцию. Удивительный человек. Его знали, любили не только в Пусане, но и во всей Корее. Человек, который построил церковь громадную, который не владел ничем, после себя оставил ничего. Передал церковь, молился другому человеку. Все, что мне запомнилось из его жизни, знаете, всегда, когда он говорил, встречался с трудностями и постоянно повторял. А я пошел к себе в комнату, встал на колени и заплакал перед Господом. Все получал в молитве. Огромнейшая церковь, огромное движение, Сенгро, Чорчи, они везде. А вот этот участок земли, мы находимся на кладбище огромном, это еще только часть, которую мы видим. Но вот этот участок земли, один пастор из их церкви хотел вот именно сделать мемориальный комплекс для мучеников, которые умерли, перенесли прах нескольких человек и хоронят тех, кто пострадал на миссиях в других странах. И когда он хозяину этой земли сказал, для чего он хочет купить это. Вот земля дорогая, очень дорогая в Корее. А этот человек просто пожертвовал это все. И вот здесь, в центре всего этого мемориального комплекса христианского, мученики уже 120 лет, которые вот здесь похоронены, есть некоторые. Вот здесь похоронен в центральном месте сам пастор Чампельто, который оставил нам большое хорошее наследие. Есть чему учиться. Как жить, как служить и как уйти. Благослови всех, Господь.